Всем привет! Вы на канале Foxtail, с вами Катерина и продолжение SnowRunner. Так, у нас с тобой висит квест «Путевой обходчик». Напоминаю, в прошлый раз, в прошлой серии, не считая того проваленного испытания, когда я сотни нервных клеток истратила, просто я вот их восстанавливала сладким чаем. Они не восстановились, нет. Тогда этого мы с тобой на Кольском полуострове по льду Аки белые лебеди проехали, некоторые точки обстали. Смотри, вот этот путь безопасен. Ну, не так, чтобы прям вот, но безопасен. И нам теперь нужно дальше все изучать. У нас с тобой есть метка, здесь вода. Мы утонули. Утонули, представляешь? Утонули, но выжили. Поэтому мы сейчас поедем туда, вот туда поедем, до этой первой метки, чтобы продолжить. Что-то громковато, тебе не кажется? Не кажется, что громковато? Дай-ка вот так вот убавлю, вот так вот. Вот так вот, мне так проще. Вот, сейчас поедем смотреть остальные метки, смотреть, где там полынья, где там что. Я все на своем бандите. Да, он такой не очень, но мы с ним сдружились. Право-лево, право-лево, лево-лево, лево-лево. Вот, а, не надо, не надо. Вот так вот, вот так. Вот так вот, смотри, как я вспомнила, на какую клавишу жать. Поехали чуть-чуть вот так посмотрим. Ну, типа, вообще погружение погруженское, да? Классно, давай карту сверим. Выезжаем и направо. Направо мы с тобой поедем опять. Знаешь, как можно было бы и по льду? Ну, типа, там безопасно, мы с тобой ехали так. Можно как бы и не по льду, а вот здесь по дорогам обследовать. Нам же надо их открывать, но не сейчас. Давай с тобой опять рискнем по льду. Значит, выезжаем и поехали. Поехали. Круче, уверчу, как тебе мой салон? Я не, нет, не поставила здесь никакую... Нет, она там стоит фигурку. Подожди, я ставила там фигурку. Но ее почему-то не видно. Отжил, наверное, домой ее перо. Разворачивайся. Клево. А мне нравится. Я прям чувствую, что я сейчас это разобьюсь. Так. Теперь куда идти? А, ну еще пока все прямо. Мы с тобой, знаешь, где в прошлый раз съехали? Да, вот здесь мы с тобой, по-моему, съехали. Можно еще и здесь попробовать съехать. Но там бы как бы не очень так безопасно было. Давай попробуем по дороге. Все как обычно. Погнали пока по дороге. Россия, матушка! Провода висят. Хутор заброшенный. Все уехали после тех страшных событий. Когда вампиры напали, темная ночь, когда вот полярная ночь наступила. Вспоминаешь, фильм такой сняли по реальным событиям. Так это вот здесь было, вот в этой, вот в этом самом, на этом самом хуторе. Все, вампиров разогнали, они посмотрели, говорят, ё-моё, так это же русские. Куда мы пришли? Куда я еду? А правильно я еду, что-то меня с потолок сбивать. Вот, и сбежали вампиры, но люди после этого сказали, не-не, рисковать жизнью, нет, спасибо, не хотим, и уехали. Ну, в общем, никому эта земелюшка не досталась, поэтому позвали меня, говорят, ты давай здесь едь, рабочие, одни рабочие остались, и я тут как умный, я же на Аляске повышал квалификацию, повышал меня Джоэл, а я с ним за компанию была. Вот, типа вот здесь можно съехать. И вот там, вот это, покажи людям, не хочет показать. И там по льду проехать, но мы с тобой не поедем. Мы с тобой поедем, вот сейчас буквально на съезд и направо. Ага, направо. Чё ты, тебе пониженную врубить? Нет, пониженную на грязи хорошо, а здесь прям по снегам, по камням и так все шикарно едется. У нас сегодня цели выполнить вот этот квест, опять точки проточить, не разбиться, не утонуть. А если утонуть, то я надела этот гидрокостюм водоплавательный, который тепло удерживает. Мы с тобой не замерзнем, мы моржуем, мы практически моржики. А что, я сюда поехала? Правильно ли я поехала? Давай вот сюда выруливай. Так, чуть-чуть сдай вот так. В прошлый раз проканал, так проехать, и в этот раз проканает. По льду ехать прикольно, потому что машину тащит, просто тащит. Она говорит, я как пьяная студентка на дискотеке, колес под собой, ног не чую. Смотрим на полыньи смотрим. Нам они не нужны, а что ты буксуешь? Да ладно тебе, не выдумывай. Выезжай. Тут такой лед хороший, прямо толста. Слушайте, ну давай рискнем. А давай новый маршрут проложим. А давай не будем кругаля давать. Давай попробуем так. Не получится.
Ищем полыньи, объезжаем их. Объезжаем. Отлично, пока едем, пока едем, пока все едется и едем. Рискованная миссия ездить здесь. А, нет, все норм. Ух, прям надо смотреть. Прям надо смотреть. Аккуратно. Вот этот, по-моему, он подтаял, он прозрачный, потому что вода чистая. Людей нету, я тебе говорю, людей нету, никто не гадит воду. Никаких нефтяных разливов нет, все чистоганом. Ты что, издеваешься? Тащи, тащи давай. О, смотри, как мы с тобой сократили проезд. Будем знать. Мне же с самого начала сказали, на Кольском работе одно удовольствие. Тут проедешь практически везде. Так, погоди, что-то мы с тобой буксуем. А что мы с тобой буксуем? Давай попробуем по камням. Вроде снег лежит, но я бы не сказала, что тут такой слой, что ты должен забуксовать. Типа дорога. Мы ее с тобой пересекли. Давай смотреть дальше, куда нам. Да. Говорит, можно вот поверху, можно как-то вот так объехать. Камней много. Давай попробуем вот здесь. Камней много. Ну, что я? Ну, я же девочка. Ну, что, я поеду по камням. Я как дурочка. Буду вести себя как дурочка, поеду по камням. Машину не жалко. Машина уже в ремонт. У нее все уже. Уже все там надо менять, понимаешь? И эти амортизаторы полетели, надо новые заказывать. И рулевые тяги надо новые заказывать. И прокладки менять, и эти, и сайлент-блоки тоже гавкают передние. А задние нормальные, не туда поехала. А, ну, в принципе, можно вот так. Агась, давай выезжать. По-моему, на лед я могу тут выехать. Сыкотно! Ой, знаешь, как сыкотно здесь ездить! Ну едем, ля-ля-ля-ля-ля, рыба в шоке, а я-то как в шоке. Да, это Кольский дрифт, меня заносит, стой, назад. Вот это опасный маневр был. Опаснейший маневр. Мы с тобой не дураки, мы с тобой умненькие мальчики, девочки. Мы все едем хорошо, все четко едем. Не дай бог утонуть. Кто нам похороны оплатит? Кто нас со дна поднимет? Никто. Байки про этих рыбаков, да, которые поехали, утонули на каком-нибудь озере. Рядом с каким-нибудь городом всегда есть какое-нибудь озеро, где рыбаки едут, под лед проваливают, стонут. Там, говорят, там кладбище машин, там эти самы жрут людей, самы людоеды. Я реально слышала историю. И стоят столбом, потому что сожрали целого человека, плавать не могут. Ой, у меня было суровое детство, мне такие сказки рассказывали. Так, давай смотреть, знаешь что, стоп-т. Вот здесь мы с тобой провалились в прошлый раз. Я помню. Теперь, здесь теплые течения, понимаешь, подводные течения здесь идут. Мы с тобой как-то должны здесь проехать. Давай карту откроем, давай по карте посмотрим. Вот она я, вот она метка. Вот смотри, погоди. Видишь, подмыв? Вон там я и провалилась. А вот, по-моему, между вот этим можно проехать. Ну-ка, дай-ка назад. Блин, рискуют так страшно, если честно. Очень страшно. Вот это справа подмыв. И... Стоп! Печаль, беда, игра вылетела. Немножечко меня откинуло назад, но не страшно, мы сейчас проедем дальше. Ручной тормоз сняли, все. Так, мы сейчас прям не будем сильно углубляться, найдем проездик маленький. Стоп, не торопи меня! Я думал, там подмыв. Пугает меня. Надо смотреть, вот здесь где-то подмыв будет, в которую мы с тобой в прошлый раз брюхом-то и нырнули. Да так, что прям позор-позорище. Так, давай смотреть. Ай. Вот честно, я не понимаю. Вот я вижу вот это размытие как будто, да? Нет, назад! Вот здесь, мне кажется, мы сможем с тобой проехать. Колесики выкручивай. Рискуем, ребят, рискуем. Нет, назад! Бляха-муха, назад! Быстрее! Выжили. Блин, а что делать-то?
Так, мои хорошие, нам надо как-то проезжать на ту сторону, здесь никак не проедешь. Давай с тобой попробуем, сделаем кругаля вот там и по камням попробуем. Вот здесь теплое течение, да? Видите? Видите, получается, здесь везде может быть подмытие. Вот они, полыни, смотри, полыни. Я ж прям боюсь. Я бы поехала по той вон стороне. Ну-ка, давай, давай-ка чуть-чуть проедем. Подальше, вот это я вырулила. Вот это я вырулила. Колесиком всегда, всегда можно вырулить. Не набирай скорости. Не набирай скорости. Сейчас будем смотреть. Вот здесь, мне кажется, безопасно. Они вот как будто мигают, что ли, эти полыни? Или это, оно это просто снег искрится, я понимаю. Нет! Назад, назад, назад! Давай, 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 давай! Бляха, муха, ну сели. Давай, давай, родимая, тащи меня! Стоп, стоп, стоп! Хрустит, падла. Ой, подожди. Нет, стоп. Стоп. Я, бляха-муха, боюсь. Нет, назад мы можем сдать. Давай-ка назад. Так, стоп. А вы говорите, скучное испытание. Да в каком месте? Оно ж невообразимо страшное. Так, давай смотреть, думать. Мы с тобой очень далеко уехали. Вот здесь все, видишь? Видишь? Видишь, все, это зопа. Вот здесь как будто можно было бы проехать, понимаешь, пощупать, так сказать. Может быть, вернуться назад и вот этот проезд. А если вообще вот так вот? А если вообще вот так? Ну, здесь тоже подмытие. В идеале, я хотела бы добраться до вот этого, да, да, вот так, и вот сюда припарковаться. Но здесь же тоже везде подмытие. Блин, если вернуться, прям по этим камням, хрен его знает, товарищи, давайте пробовать на ту все-таки сторону. Давайте-ка пробовать на ту сторону, где мы можем проехать. Вот здесь вообще все, полный провал. Прям потихоньку. Стоп, назад, назад, назад! Все, нет, нет. Это вообще не вариант. Если вот по льду прям, ну давай, давай по льду. Вот, вот, стой, тормози вообще. Вообще, я вижу вот только объезд полыни, если мы сейчас объедем ее и уже на той стороне окажемся. Ну, только так. Только так. Вот это страхуилско было. О, Джоэл, ты как? Трусы менять надо. Обкакался от ужаса. Говорю, испугался. Он говорит, очень испугался. Так, погодь, давай думать. Не, ну вот тут как бы должно быть безопасно. Ага. Во, это снег, вот этот хрустит. Вот этот снег хрустит, не обращай внимания. Все, хорошо, едем. Сохранение, у меня сохранение отлично, это хорошо. Это если что, мы... Да, вот здесь. А, и ты хочешь увязывать меня в снегу? Зачем? Я понимаю, что мне туда. Мне надо найти место. Место, где эти лягушки не, языком своим лед не подточили. Да, это они, понимаете, лед лижут. Лижут твари лед, а я потом вздыхаю. Думаешь, проеду? Ну, выглядит безопаснее. Ага. Видишь, я как потихоньку еду. Это почему? Потому что я, если я услышу хруст, у меня будет шанс, я же испугался, это вот этот хруст. Шанс вернуться назад. Все, пока мы с тобой, значит, переехали эту теплую эту штуку, подмыв. И сейчас просто по прямой едем. Если я правильно поняла, там тоже будет подмыв, но будем уже плясать по мере проблем, так сказать. Пока едется, пока едем. А будет не ехаться, будем не ехать. Будем решать, что делать дальше. Твои!
бьешь за ногу? Куда ты разогнался? Ты че, блин, на Формуле 1 что так гоняешь, а? Машина не бережет моего родненького бандита, моего любименького. Так, ну вот здесь, я так понимаю, все-таки можно. Ой, страшно. Видите эту сметку, отметку, место где? Я чуть не вижу. Вот. Ага, я вижу полынь. Ой, что-то здесь лед такой потресканный. Ой-ой-ой, стоп. Дай-ка чуть-чуть назад. Тихо. Просто буквально одним колесиком, прям мизинчиком заедь. Тихо. Опа. Вот это преодоление себя. Есть. Этап завершен. Доехать до второй метки. Вы что? Ой, вот это было страшно. Это реально, ребят, было страшно. Так, вторая метка где-то тоже, где-то у нас тоже с подмытием. Как бы нам по камням надо, наверное, объезжать. Можно, наверное, поехать вот по краю этого. Понимаешь, о чем я? Вот здесь вот поехать, по краю вот этой полыньи. Мне почему-то кажется, что мы с тобой здесь... Нет! Блин, я же сказала нет назад! Пожалуйста, я тебя умоляю, пожалуйста, выйди, я тебя умоляю, пожалуйста, я тебя по краешу отремонтирую. Ой, господи, боже ж ты мой. Стоп, давай чуть-чуть. Вот туда, давай на камушке. Это страшнее испытание, вот это реальное испытание. Так, там вообще не вариант был никак ехать. А, куда ты меня покажешь? Сильно далеко еще? Нет, пока, говорит, ты почти приехал. Ты думаешь, здесь можно проехать? Эта метка за вот этим, да, я так понимаю? Да, я так понимаю, что она за вот этой штукой. Как бы объезжать надо, идите в баню. Я не буду объезжать, мы сейчас попробуем здесь. Прям потихонечку, прям полигонечку. Ага, вот эту штукенцу объезжаем. Сдавай назад. О, нам с тобой нужно будет это. После такого мероприятия валерьяночки накапать, с молочком попить. Оп. Так. Ну, здесь как бы безопасно. Вот это экстрим завершен. Следующая метка еще дальше. Типа я по кругу определяю, где можно проехать. Страх. Страх и мной обладает. Давай аккуратно вот так. Белый лед прозрачный, он безопаснее. Где снег, это все... Это... Подожди. Ага, я вижу, надо по кругу объезжать. Не туда колеса. Я тебе говорю, не туда. Скользит, говорит, на льду, Говорит, цепями забыли обмотать? Обмотать забыли колеса? Я говорю, подожди, мы еще на цепи с тобой не заработали. Работаем тут, так сказать, за идею. Дрифтинг полный. Стоп, тормози. Смотри, как затащит. Ты просто вдумайся, как меня тащит. Погоди. Нам надо с тобой на камни. Заедем. Мне кажется, здесь мы с тобой точно можем заехать. Пока. Все. Ой, погнали. Вот здесь безопасно. Ой, фу, снежные эти суслики. Говорят, здесь можно. Можно ехать. Мы проверяли. Дорога. Огонь. Только не разгоняйся, чтобы двигатель не повредить. В принципе, я думаю, вот здесь по льду тоже вполне можно проехать. Как считаете? Да, думаю, да. Ну что, хорошо же я еду, ну что вам не нравится? Я прям довольна собой, я прям молодец. Есть, ай, классно. Четвертая меточка, недалеко, погнали. По коням у нас новая метка. А вот она что-то прям мне не нравится, где находится. Прям аура от нее такая, опасность, интуицию. На шоу интуиция у нас начиналось. Интуиция у меня развита просто вух, но не в ту сторону. То есть она говорит мне, вот она говорит мне, делай так, а так делать не надо, понимаешь? Ну, все наоборот, это как с мозгами, они у меня немножко наоборот работают, так же интуиция.
Почти доехали, почти доехали. Ля-ля-ля. Хорошо. Так, ну мы с тобой цели выполняем. Выполняем. Колесиком заезжаем. Чуть-чуть. Есть. И пятая меточка у нас... О. А это как туда проехать? Ну, давай. Здесь, я думаю, мы вполне сможем. Все, все, я знаю, куда я поеду в свой следующий отпуск. На Кольский полуостров. Выйду на лед вот этого озера и скажу: родимое мое, так вот как ты выглядишь на самом деле. Мои колеса только в игре тебя познали. Подожди. А здесь вот это, я тебе говорю, опасности чувствую я. Как будто какой-то подмыв. Подожди, подожди. Не к добру это все. Ой, не к добру. Ой, не к добру. А почему? Потому что сегодня я открыла эту газету. Джоэл открыл, говорит: а прочти мне мой гороскоп на сегодня. А он говорит: велик риск потери, денежной потери и аварий. Вот. Доехали, доехали. А я говорю: ты потому что ты рыба по гороскопу. Что тебе бояться? Не боись. Ой, мы выполнили. Опа-па, опа-па. 170 звездочек. Не, ребят, это не пойдет. Это не дело. Нам с тобой надо, знаешь, сколько звездочек набирать? Знаешь, сколько звездочек надо набирать? Много звездочек. Потому что мне не хватает на тюнинг. Нам нужно брать какой-то новый этот квест. Вот это доставить механику, самоходный антиквар. Это вот его надо доставить мне? Я на нем ездить должна? Как на него перейти? Я его должна загрузить? Не понимаю. Не понимаю, непонятно. Таз не радует глаз. Хорошо, подожди. Если я... Как до него доехать? Это я там. Если я транспортируюсь из гаража... Вот мы потом по дороге поедем. Доставить механику. То есть мы должны вот этот таз погрузить. А как мы его погрузим? Наверное, какой-то нам нужен этот кран-погрузчик. Но у меня есть кран-погрузчик. Ладно, подожди, доставка припасов. Выполняли. Выполняли, не хочу больше. Что у нас есть по квестам с тобой? Кольская управа, спасатель болота. Рекомендован скаут. Скаут я еще из Америки не пригнала. Таможня заблокировала мне, говорит: откат хочет? А я говорю: нет денег. Не-не-не. Давай, говорит, пропускай. Они не пропускают. Слушайте, ну здесь только скаут. Вот. А, заблокировано. Блин. Ладно, экспедиция. Бревно раздора. Средние бревна. А рекомендуется кран лесопогрузчик. Слушайте, погодите. А у меня какой кран? Ну, у меня вот же кран есть. Разве это не... Банано! Разве это не кран лесопогрузчик? А давай... О, подожди, назад. А давай возьмем этот квест, и я узнаю, кран это лесопогрузчик или нет. Стратегический запас. Где он находится? Принять. Ой, далеко. А еще... А поближе? Электричество в массы. Где они? Еще дальше. А есть что-нибудь поближе ко мне? Забытый прототип. А, это опять скаут. Средние бревна. Вот. Вот этот мы с тобой возьмем. Во-первых, он у нас рядом с гаражом. Это нам надо что будет? Загрузиться. А как это выехать? Вот этот берем квест. Да, берем, принимаем. А, есть. У нас с тобой средние бревна. Теперь мы с тобой эвакуируемся в гараж. Еще эвакуируемся. Посмотрим. Эвакуация. Да. Давай в гараж. А, ремонт. Смотри, на тюнинг мне нужны еще денежки. Смотри, шинки хочу новые. Хочу машинку новую. Вообще машинку и шинку осталось всего лишь чуть-чуточку. Чуть-чуточку мне осталось. Вот это тут надо выполнять. Куда деваться? Надо выполнять. А, покидаем гараж. Давай-ка смотреть, что у меня тут есть. А, давай доедем вот до сюда. Давай доедем, посмотрим. А здесь загрузка. Вот это портовая деревня. Ай, там живут портовые люди. Погнали. Нет, мне не нравится, во-первых, день к закату клонится. Мы с тобой вот так день опять поставим. Ездим только днем. Тормоз сними.
Сейчас доедем. У нас сейчас доехать до этой портовой деревни, посмотреть, кран ли у нас лесопогрузчик. Если нет, то тогда мне надо будет этот, с Аляски пригонять мои те эти. Там точно у меня есть лесопогрузчик. Нету лесопогрузчика, там можно поставить. Поставить лесопогрузчик. Прокачать, так сказать. У меня деньги-то есть, в принципе, я же не бедный человек. Я же не бедный человек, я же на Аляске заработала. О, мне на 10 жизней в России хватит. Все, выруливаем. Сейчас глянем. А потом, наверное, сегодня его, наверное, мы с тобой его сегодня точно выполнять не будем. Потому что и так заигрались, и так у меня нервы ни к черту. Направо, направо немножко. После вот такого дрифтинга на льду. Но если все нормально, и мой этот бандит погрузит бревна, то в следующей серии мы с тобой обязательно продолжим. Но в любом случае мы с тобой продолжим этот квест выполнять. Он же прикольный. Он же прикольный, он же говорит, грузи бревнышки, будет тебе счастье. Вот. Вот эта портовая деревня, которая это, вымерла. Смотри, жаль, не, хочу симулятор жизни в деревне. Если есть какая-то такая игра, где побродить можно, напишите в комментарии. А, новая задача. Нет, не хочу тебе, зачем мне задача? Мне чуть-чуть не доехало. Меня с панталыку сбил. Не надо мне новые поручения давать, мне будет выполнить. Церквушка, смотри, какая, а? В старорусском стиле еще. Князь Олег приходил сюда крестить свою кобылу. Вот. Так, управлять грузом. Давай смотреть, С. Средние бревна. Почему нечего грузить? Значит, это у меня не... А, подожди, а где бревна-то? А в чем бревна-то не лежат даже так? То есть, получается, здесь все-таки мне надо специальную эту штучку. Если я их загружу, потом куда везти? Вот здесь загружаем. Нет, доставить в портовую деревню. Ну-ка, давай-ка еще раз. Нечего грузить, да. Значит, нам с тобой надо А может, тут какая-то есть... Как-то управлять краном? Хоть бы написали, Катя, ты не на той машине приехал. Ну ладно, значит, в следующей серии мы с тобой пригоним правильную машинку и будем продолжать выполнять этот квест. Сейчас я еще разочек гляну карту. Подожди, выйди. Выйди, потому что у нас с тобой тут больше никаких отметочек нету. А-а-а, вот откуда надо было. Фу, ладно, здесь выгружать. А здесь загружать? Ну, здесь далеко, ребят. Здесь далеко, здесь в любом случае далеко. Хорошо, тогда в следующей серии. Поедем сюда, я думаю, мы с тобой сможем загрузить на бандиту, я прям чувствую, что он сможет. А здесь будем выгружать, значит, по дорожечке, но заодно карту, освоим карту. На этом пока все. Любуйтесь пейзажем русской деревни, любуйтесь моим бандитом. У нас сегодня хорошее, получился день, да, в машинной игре. Мы с тобой выполнили, мы с тобой не провалились, у нас были опасные маневры, но мы с тобой вырулили. Так что... Заканчиваем. Пожалуйста, поставьте лайки, напишите комментарии, не забудьте подписаться на канал. До встречи в следующей серии. Всем пока-пока.